Пляж отеля «Ялта Интурист» прославился огромным выбором развлечений на любой вкус. Здесь каждый день большой выбор ресторанов с изысканным меню, музыкальные тематические вечера, выступления звезд российской и зарубежной эстрады, популярные диджеи и именитые ведущие. Особую роль среди гостей набережной отеля «Ялта Интурист» уже успели завоевать необычные пенные вечеринки в клубе «Чайка на пляже». Пенные вечеринки – это всегда веселая анимация, неумолкающий ведущий, а также красивые купальники, коктейли, море, солнце и много-много белоснежной пены. Море. Уже три раза купались сегодня, дискотека. Пляж «Ялта Интурист» – это что-то с чем-то, потому что офигенное шоу, пенные вечеринки, большая пляжная карта, отличная инфраструктура, много веселых, интересных, позитивных людей, приехавших сюда тоже отдохнуть и классно развлечься. Это супер! Спасибо вам, «Ялта Интурист»! Ночью мы были на «Чайке» на пляже и утром пришли за счастьем, за солнцем, за морем. Что меня покорило в этом месте, то, что сервис на самом деле на высшем уровне. Очень классно, что вот пенная вечеринка нигде нет, а здесь есть. Приезжайте на пляж «Ялта Интурист». Сегодня мы были на пенной вечеринке в клубе «Чайка». Все было круто, позитивно. Пляж очень чистый, красивый, все люди улыбаются, все приветливые. Супер просто, мы в восторге. И мы очень любим пляж «Ялта Интурист». Отдых на набережной отеля «Ялта Интурист» всегда проходит весело. Здесь царит праздничная атмосфера, в которой купаются гости-мечтатели и любители попрыгать по воздушным пенным облакам.